Что, чтобы найти, значит, храм в джунглях, вам что нужно? Конечно же, поставить большой пальчик вверх под этим видео, открыть сайт для изучения карт, все ссылки будут в описании, и нажать кнопочку «Обзор». Находим ваше сохранение. Обычно оно находится вот по этому адресу. Где-то в недрах ваш пользователь, мои документы, мои игры, террария. Вот где-то в этом районе находим террарию и находим миры. World. И находим название нужного мира, например, вот этот. В этом я снимаю свои гайды по Террарии. Их много на канале, так что подписывайтесь, ставьте лайки, много уникального контента. Короче, заходим в этот мир, и начинается медленная генерация вашей карты. Очень медленная. Я знаю, что вы скажете: «Герой, но это же читы». Ну, а без читов как найти, я думаю, вы и так все понимаете, что заходишь просто в подземные джунгли и ищешь до пупения. Все классно, клево, интересно. Так, давайте смотреть. Наш, собственно, храм подземный находится аккурат прямо точно под моей тропической деревней, где находится, к тому же, ферма моя тропическая. Окей, значит, надо добраться до тропической деревни, телепортироваться и потом копать вниз. Запоминаем. Да, все правильно, я понял. Запомнили, где это находится. Находим этот мир в вашей террарии, заходим в него, как обычно, бла-бла-бла, заходим. Не стесняемся. И начинаем копать вниз. Ответственно. Я использую для этого Drill Unit. Я знаю, что это ультимативная машина смерти. Но еще можно быстро копать вниз с помощью бомб. Кидаете бомбу под собой, взлетаете на крыльях, чтобы не взорваться. И таким образом в стиле Марио все раскапываете. Так, докопались. Да, действительно, ребятки, нас программа не обманула. Тут действительно находится... непосредственно, как его называется, храм. Прикольно в том, что вы можете разрушать блоки и прямо проломиться в любой части храма, тут, если вам захочется. Если ломать блоки не получается, например, если у вас слишком слабая кирка, поищите вход, используйте ключ от храма, который выпадает с плантеры, и, собственно, все. После этого правой кнопкой мышки клацаем с помощью батарейки на вот этот алтарь, появляется голем. Также не забывайте, что вы можете сэкономить на покупке Террарии, Майнкрафта и многих других, и сотен других игр, если их покупать на магазине geronshop.ru. Все ссылки в описании.